Я хочу продолжить и поговорить насчет недельной главы сегодняшней. И я хочу вас что-то спросить. И вот, когда мы прославляли вот эту песню перед этой, и когда мы провозгласили слова, кто может предстать пред Твоим величием? Если кто-то здесь почувствовал страх Господень и Его величие перед собой? Аю по каэлю? Здесь были такие? Машу, тариму янд. Поднимите руки. Тариму мишу, ше лефахот кцат иргиш это гдулято шел Адунай. Поднимите руки, который хотя бы немного почувствовал это величие Божие и страх перед собою. Ани гам иргашти энзе. Я тоже почувствовал это. Авальтюдим. Но вы знаете, то, что мы читаем в сегодняшней главе, было в разы больше то, что мы почувствовали. Ам Исраэль иргиш мамаш гдулято шел Адунай вирата Адунай миля отам. Народ Израиля почувствовал страх Господень во много больше и больше. Кема ямду лифней ар шеба ар. Потому что они предстали пред этой горой, которая был весь в пламени. И Господь говорил с ними. И действительно, страх Господень наполнил их. И вот они почувствовали действительно этот страх Господень, и они не могли устоять пред Ним. Потому что они почувствовали, что человек действительно ничто перед Всевышним. והפרשת שבוע של היום מדברת על אירוע מאוד מאוד חשוב בהיסטוריה. И эта недельная глава говорит пред о важном событии, которое произошло там. אנחנו חוגגים חג שבועות. Мы празднуем праздник Пятидесятницы. מדי שנה חוגגים חג שבועות. Раз в год. וזה מה שקרה שם כשאלוהים נתן את התורה. И вот это действительно произошло, когда Бог дал им Тору. כשאלוהים הכריז את עשרת הדיברות. Когда Господь провозгласил 10 заповедей. אתם יודעים, היום אני רוצה לדבר על עשרת הדיברות. И сегодня я хочу поговорить о 10 заповедях. והדברים האלו הם כל כך מוכרים לנו. И эти вещи действительно нам так знакомы. שפעמים רבות אנחנו פשוט מפסיקים לחשוב על זה. Что иногда мы перестаем об этом думать. И говорить. Потому что когда ты изо дня в день встречаешь то же самое, когда ты читаешь одно и то же изо дня в день или делаешь, которое все время находится перед твоими глазами, и ты перестаешь об этом думать. Но здесь есть те пункты, которые действительно мы должны обратить внимание. И это не так, чтобы Господь просто говорил, и народ Израиля наполнился страхом. Здесь в этих словах действительно есть важность, которую Господь сказал. Откройте 20 главу книги Исход. И мы видим здесь, שאלוהים מתחיל באמת להגיד את כל עשרת הדיברות. И здесь мы видим в этой главе, когда Господь начинает изрекать 10 заповедей. אז אני רוצה ככה לעבור עליהם. И я хочу по ним пройтись. אבל אפילו לשים דגש אולי באמת על המצוות הראשונות. И поставить на первых заповедях то, как бы точку, важность. מה שמיוחד פה גם, מה שיצחק התחיל לדבר. То, что особенно здесь в этой главе, то, что Исаак сказал. לא סתם זה מתחיל גם מיתרו. И не просто так это начинается с Итро. כי הוא היה מגוי אחר, הוא היה מעם אחר. Потому что он был из другого народа. אבל הוא בא וקיבל על עצמו שאלוהים הוא באמת אל אחד וקיים שברא הכל. Но он действительно пришел и получил и почувствовал на себе, что Господь Бог Всевышний, Бог Израиля, он особенный Бог. הוא קיבל את זה לחיים שלו. Он получил это в свою жизнь. Он получил это, чтобы распространить это к другим народам.
עם עצמו. היו גם הרבה אנשים, הרבה עמים אחרים איתו ביחד שיצאו ממצרים. И когда он стоял перед горой Синай, он был не один, вокруг был народ, и которые также предстояли пред Богом. היו אנשים שהצטרפו ליציאת של עם ישראל ממצרים. Были другие народы, которые присоединились к Израилю в выходе из Египта. Они также услышали эти 10 заповедей и получили также народ Израиля в свое сердце. И начали как бы исполнять их в своих жизнях. И вот я читаю с 20 главы сначала. «Вейдаберу им эт кола дварима эли леймор». אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אז פה נקרא ברוסית גם. Вот слова, сказанные Богом. Я Господь твой Бог, который вывел тебя из Египта, из неволи. כל הפסוקים האלו, עשרת הדיברות, מתחילים מהפסוקים אנוכי אדוני אלוהיך. И вот эти первые стихи начинаются так, что я, вот я Господь Бог твой. ויש הרבה ויכוחים, האם זה באמת מצווה ראשונה, או שהמצווה הראשונה זה פסוקים הבאים, שלא יהיו לך אלוהים אחרים. И вот по этим, есть много мнений по этим первым стихам, которые написано, я Господь Бог твой, Господь один. אז אנשים מתווכים ושואלים, האם... הפסוק הזה, מה שקראנו, הוא מצווה ראשונה. И вот есть спор по этому, что если это действительно первая заповедь, которая здесь сказана. ואני חושב שהמצווה הזאת, או ההכרזה הזאת, אנוכי אדוני אלוהיך, זה מבוא לעשרת הדיברות. И вот я думаю, что эта первая заповедь, которая здесь написана, она как вступление для 10 заповедей. כי אתה לא יכול להתחיל לשרת לאלוהים אם אתה לא מבין שאלוהים הוא זה שהוציא אותך מארץ מצרים. Ты не можешь начать служить Господу Богу, если ты не поймешь, что Он вывел тебя из этого рабства, из Египта. תקשיבו טוב, זה מאוד חשוב להבין את זה. Послушайте, это действительно важно понять. אלוהים אומר, אני זה שהוצאתי אותך מארץ מצרים. Господь говорит, я, который вывел тебя из Египта. אני הוצאתי אותך מבית עבדים. Я вывел тебя из дома рабства. הוא רוצה שאנחנו נזכור מאיפה אנחנו באנו. Господь хочет, чтобы мы поняли, действительно, откуда мы вышли. Откуда Он нас вывел, чтобы мы поняли, чтобы, откуда Он нас вывел, чтобы Он излил на нас свой свет. Он хочет, чтобы мы знали наше прошлое. То, что было раньше, как это изменяется сейчас. И часто мы думаем, что вот действительно мы сделали своими силами. Я пробовал, я вот как бы приложил к этому силы и что-то изменил в своей жизни. Но Господь Бог говорит, я Господь Бог твой. И важно понять в нашей жизни, что Господь стоит над всем то, что у нас творится в жизни. על כל שינוי שלנו. В каждом изменении. שהוא זה שמוציא אותי מעבדות, הוא זה שמוציא אותי מהחט. И это именно Господь, который вывел нас из дома рабства, из Египта, из нашего греха. אנחנו דיברנו היום על החסד שלו, על הרחמים שלו. Сегодня мы говорили о его милости и благодати его. כל השינוי הזה, ויציאה ממצרים, לא הייתה קורית בלי החסד של אלוהים, בלי התערבות שלו. И вот этот выход из Египта, его милость не могла произойти без него самого. И народ Израиля мог как бы ассимилироваться так же, как другие народы в Египте. И с народа ничего не осталось бы. Но по милости Божией, потому что Он стоит над всем, и Он действует. Вот то, что случилось, то, что случилось. אז השיעור הראשון פה חשוב לנו לזכור שאלוהים הוא מעל הכל והוא אחראי על השינויים בחיים שלי. И вот этот первый пункт, первый урок, важно понять, что Господь стоит над всем, и Он действует в нашей жизни и меняет. שלא אתה עצמך האלוהים. Что не ты сам Бог. אלי הוא בורא עולם. Но это он творец земли, творец неба и земли. ורק בחסד שלו. И только по Его милости. הוא פותח לך אור חדש וחיים חדשים. Он открывает тебе новую жизнь и новый путь к свету.
ואז כתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. И написано, не будет перед лицом моим у тебя других богов. זה בעצם מצווה ראשונה, מה שאנחנו יכולים להגיד. И это первая заповедь, которую мы можем сказать. על מה מדובר פה? מה זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי? О чем здесь говорится, не будет у тебя перед лицом твоим других богов. אנחנו היום חיים בעולם שהוא השתנה לגמרי ממה שהיה פעם. И мы сегодня живем в таком мире, что он изменился кардинально, то, что было раньше. האם עדיין יש איזשהו אלוהים שאנחנו יכולים לשרת להם? Есть ли другой Бог, который мы можем служить Ему? ומדובר פה באמת על עבודה זרה. И здесь говорится о... השתחוויה לאלילים. О поклонении другим богам. מי זה האלילים האלו היום? Кто эти боги на сегодняшний день? ואתם יודעים, אני לא רוצה לדבר היום על כל מיני דברים שתופסים את הלב שלנו, כמו אינטרנט, או אולי סרטים, או דברים אחרים. Я не хочу говорить о тех мелких вещах, которые на сегодняшний день это интернет и всякие другие вещи. Которые заполняют наше сердце и притягивают наш взор к себе. Но есть действительно вещи намного больше, чем эти. Когда мы говорим о идолах, есть вещи действительно, которые... особенные, שאתה יכול באמת להרגיש אותם, которые ты можешь их почувствовать. ומה זה אלילים האלו? למה אנשים הולכים אחרי זה? И кто эти идолы? Почему люди ходят за ними? אחד מהאלילים שלנו זה כשאנחנו מחפשים הדרכה של משהו. И один из этих идолов, когда мы ищем направление через них. אני אתן לכם דוגמה. Я дам вам пример. Там зохрим мам Израилю оса эгель зав. Вы помните случай, когда народ Израиля сделал золотого тельца? Закара мамаш ахарей кама праким шанахну корим акшав. И это случилось после того, как мы читаем несколько... Ине апраким аэлю, главы. После этих нескольких глав, когда мы читаем то, что мы читаем. Вэм амру давар мод маньен. И написана очень интересная вещь. דבר אחד, הם הכריזו לפני כל העם. Первое они провозгласили перед всем народом. הם אמרו, זה האלוהים אשר הוצאתיך ממצרים. Ты Господь, который вывел нас из Египта, этот Бог. הם הראו לכולם את העגל זהב ואמרו, זה, אתה הוצאת אותנו ממצרים. Они показали этого золотого тельца и сказали, вот это Бог, который вывел нас из Египта. מצד שני, לפני שהם התחילו לבנות אותו, הם אמרו, אנחנו צריכים מישהו שילך לפנינו, יראה לנו את הדרך, כי עם משה לא יודעים מה קרה. С другой стороны, когда они его сотворили, они сказали, вот этот Бог, который вывел нас из Египта, и мы не знаем, что сделать с Моисеем. Но, אנחנו צריכים מישהו שילך לפנינו, וידריך אותנו. Нам нужен тот, который пойдет перед нами и направит нас. אנחנו צריכים אלוהים חדש, שיוליך אותנו לארץ... חדשה. Нам нужен новый Бог, который вот направит нас на к этой земле и проведет туда. אז יש פה שני דברים, משהו שהוא כבר עשה ומשהו שהוא הולך לעשות. И вот здесь есть две вещи, которые было произведено и которое будет произведено. זה הרבה פעמים מדובר אליליל. אליל, הוא יכול להדריך אותך למשהו. И вот в этих вещах много говорится о идолах, потому что идол может якобы направить тебя. על מה אני מדבר? О чем я конкретно говорю? לחיים שלנו. То, что относится к нашей היום жизни. הרבה אנשים מחפשים הדרכה ממשהו שנמצא בעולם הזה ולא מאלוהים עצמו. И вот сейчас в этом мире многие ищут идол, того идола, который направит нас, что-то постороннее, но не от самого Бога. יש אנשים שהולכים לכל מיני מחשפות, למנבות, שיגלו להם את העתיד, יגידו להם מה לעשות. И вот сейчас многие ходят якобы к пророкам или к гадалкам, которые якобы направят человека. Некоторые вызывают мертвых или духов, чтобы их направить. И вот эти вещи, которые действительно происходят в нашем мире. И что вот движет людьми
чтобы делать эти вещи. Кем мы хотим бимет лекабель адраха, мы хотим ладать, это дворим, а не старим. Потому что они хотят получить направление и увидеть те закрытые вещи, которые есть. А вот псуким омрим лану хад машмаи, ше элил баацмо за шум давар, уло каям. Но эти стихи говорят нам, что Господь Бог, Он один. Ло, нет... элиль у за шум давар. А, то, что идол это ничто, это пустота. А вала харей кол элиль омдим шадим. Но за всяким идолом находятся бесы. В... בברית החדשה שאול אומר שכל בן אדם שמביא משהו לאליל, מתפלל לאליל, הוא בעצם משרת לשדים. Но в Новом Завете написано, если человек приносит идолам жертвы или что-то, он служит бесам. זה עולם ששייך לשטן. Этот мир, он принадлежит дьяволу. וכשאנחנו מחפשים הדרכה, לא מאלוהים עצמו, и когда мы ищем направление, и когда мы ищем направление не от Бога, то тогда мы поклоняемся идолам. Когда ты усе это, то ты гам мамаш матхил лишкох, что Элоим узе ше уциот хами Мицраим. И когда ты поклоняешься идолам и забываешь то, что сделал для тебя Бог, то ты забываешь то, как Господь вывел тебя из этого Египта, из дома рабства. Аарон, у Аллахем Моше, у Бецмо Асан Несим Венифлаот. И Аарон. И вот этот Аарон, Ахшель Моше. И Аарон, когда шел и направлял народ. И когда он сходил с Моисеем и делал чудеса и знамения. Он видел то, что Господь делает в Египте. Ам Исраэль, амдушам бацат, яшву берец Гошен. И народ Израиля стоял в стороне и в стране Гошен. אבל אהרון ומשה, הם אלו שלקחו את המות שלהם, נתנו מכות על מצרים. Но Моисей и Аарон это те, которые своим посохом взяли и сделали чудеса. אהרון ממש היה חלק מכל הניסים שאלוהים עשה. И Аарон он был частью тех чудес, которые Бог сделал. אבל הנה פתאום הוא מסכים לעשות עגל זהב. Но вдруг ни с того ни с чего он решает сделать золотого тельца. Умаским, а ешлахац меаам. И вот есть происходит давление от народа, и он соглашается делать этого золотого тельца. За два разу, хевры. Это сумасшествие. Лифней кама ямим уая эд ленисим шел Элоим. Вдруг не, как бы, недавно он был свидетелем тех чудес, которые Бог сделал. Вакшав уквар шохех воомер зе мишо циотхем мимицраим. И вдруг он забывает то, что сделал Бог, и говорит, вот этот золотой телец, который вывел нас из Египта. Анахну помим работ, кшееш лахац, кшееш несибот кашот бехаим шелану, о кшееш ахзава. И часто, когда происходит давление в нашей жизни, когда огорчение бывает, кшееш улай пахад, когда есть страх, אנחנו שוכחים מה אלוהים עשה בחיינו. И вот мы забываем, как то, что Бог для нас сделал. אנחנו שוכחים שאלוהים זה ששולט על הכל. Мы забываем то, что Господь Бог, он стоит над всем, он правит. שבוע שעבר Женя דיבר פה על הדרך. На прошлой неделе Женя говорил о пути. שאלוהים הוא מנהל את הדרך שלנו. Что Господь, он правит всем нашим путем. וגם אם אתה נמצא בפחד או בנסיבות קשים. И когда ты находишься в этих тяжелых причинах, которые творятся, и в этом страхе, Элоим адайн шам. Господь по-прежнему там. Тискор у Элоим, что уцел от хами Мицраим. Запомни, что Он Господь Бог Всевышний, который вывел тебя из Египта. Раку эхад ваяхид шеяхол латет леха адраха. Он один и единственный, который может направить тебя. Тишал ото. Спроси его. Аль тилех лешадим лейлилим. Не ходи к идолам, к бесам. Аль ти насели хапес это не стар. Не пытайся найти что-то скрытое. Элоим яхоль адрихотха. Господь может направить тебя. Унатан это ктувим шело. Он дал тебе святые писания. Унатан это каль адунай. Он дал тебе общество Господне. Шекмоше Исаак дебер айом лефамим ица шель бен адам яхоля льет чува бешвилха. И вот как Исаак сказал сегодня то, что совет человека может направить тебя. תחפץ אדרחה מאלוהים. ישי направление от Бога. כי כל השאר יכול להיות עבודה זרה או השתחוויה לאלילים. Потому что все остальное может быть поклонением идолам
или бесом. דרך אגב, אתם יודעים, בברית החדשה על חמדנות, זה מה זה חמדנות? זה אהבת כסף, צבירת כסף. И в Новом Завете написано то, что вот желание к деньгам или копить деньги. И некрет עבודת אלילים. Она называется поклонение идолам. זה גם חשוב, למה זה קורה? Это тоже важно, почему это происходит? כי אנשים, כשהם שירתו לילילים, הם היו מקבלים דברים לחיים שלהם, דברים ממשיים שנותנים להם סיפוק. Потому что люди, когда приносили им жертвы и служили им, они получали как бы удовлетворение, то, что они хотели. כי השדים, או העולם הזה ששייך לסטן, הוא גם מוכן ויכול לספק לך דברים. Потому что этот мир и бесы, которые, они могут восполнить твое желание, то, что ты, в чем ты нуждаешься в этом мире. משהו שקשור לתאוות שלך. То, что относится к твоим, твоей похоти, к твоим желаниям. ובוודאי יכולים לספק לך כסף. И, конечно, могут тебе дать денег. וכשאתה חם על זה, כשאתה רוצה לצבור עוד ועוד ועוד, и когда ты страстен к этому и хочешь набрать еще, еще и еще, אז אתה כבר שוכח את הגבולות של אלוהים. И вот ты забываешь те силы, которые есть у Бога. ולעם ישראל באמת היה, וגם לימים אחרים, מאוד קל להיכנס לעבודה זרה. И народу Израиля и другим народам было очень легко войти это в служение идолам. למה? כי לא נדרש מהם שום חוקים ושום מצוות. Потому что нет, нет, в этом нет никаких требований и никакого закона. אתה רק עושה, נותן איזשהו מתנה, נותן משהו ומקבל סיפוק. Ты дал якобы пожертвование, и вот ты получил удовлетворение. Нет никаких... אבל אלוהים הוא דורש. Но Господь, Он требует. הוא דורש לעמוד בגבולות שלו. Он требует, чтобы стоять в его рамках. וזה לא היה קל. И это было нелегко. גם היום זה לא תמיד קל. И сегодня это тоже не так легко. אז, כמו שכתוב פה, שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. И вот как написано здесь, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. הפסוק הבא אומר, לא תעשה לך כל פסל או כל תמונה. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу. אתם יודעים, כשאנחנו מדברים על פסל ותמונה. И знай... Когда мы, когда вот есть, когда вот фотографии или изображения какие-то. Есть семинар Шалем Маше Ефраим Памаса. И вот Ефраим делал целый семинар по этому поводу. Аль тасе песель ветмуна беносе азе. Не делай себе никакого изображения. Лефамим пам анашим афилу аю бехавана мезайфим машу бетмуна, где ше зе ло ирае амити. И иногда бывало, что делали, люди делали такие вещи, что делали якобы похожее изображение, но не действительно то изображение, которое было. Делали искажение специально на картине, чтобы она не была настоящей. Ахерет зая бемет машу ше горем ли раот кейлю ше таувер это хок. Потому что это... Има это усет зэк моше царих кейлю это увер аля хок. Если бы ты делал действительно тот то, что оно, кем оно было, то получалось бы, когда ты перешел закон. А валю медубар пользе. Но здесь не об этом говорится. Медубар, Элоим, у колька гадоль. Говорит, что Господь настолько велик. А кох шило, бильти не гмар. Силы его не иссякаемы. Векшанахну, мы носим ля асот, эзешу песель, ветмуна, велягид, ини, зе Элоим. И вот когда мы пытаемся сделать какое-то изображение, и сказать, вот это Бог. И мы его как бы ставим как бы в рамки, ставим в коробку. Мы его ограничиваем. И вот в христианстве есть такие как бы иконы. Это против этой заповеди. תמונה ואומר, הנה, זה האלוהים שלי. אתה מתפלל בשבילו. Потому что ты делаешь изображение на Бога на бумаге и говоришь, вот это мой Бог. לפעמים אתה לוקח אולי צלב ומתפלל לצלב, אולי למגן דוד. Иногда ты берешь крест или магин Давид и вот молишься ему.
או חפץ אחר לגמרי. Или всякую другую вещь. זה ממש פשוט בושה. Это позор и стыд. ואלוהים אומר, אני אל קנאי, אל תעשה ככה. Господь говорит, я Бог ревнитель, не делай этого. אבל מה ש... מבט אחר, כשאני מסתכל על זה, במבט אחר, כשאני מסתכל על המילים האלו. Но если я смотрю другим взглядом на этот стих, לפעמים אנחנו עושים אלוהים שלנו. אנחנו עושים אלוהים שלנו, שנוח לנו. Мы делаем для себя того Бога, который нам удобен. אתה גם לוקח דברים מהכתובים שאומרים, או, זה מתאים לי, זה אני אקח. Ты берешь стихи из Писания и говоришь, вот как бы ставишь их под себя и говоришь, вот это хорошо, мне это подходит. О, а офи азе шель Элоим матим ли? И вот это, или вот этот характер Бога, он мне подходит. Зе тов, беказе Элоим ани маамин. Вот такого, в такого Бога я верю, потому что он хороший, вот он мне подходит. Авалины безе, бецада шини шело, ло, зе ло матим ли. Но иной характер, который есть также части, вот это мне не подходит, он неправильный. Вазта питом боне Элоим мишелха. И вот таким образом ты строишь того Бога, который подходит тебе. Лосит апесель. Не сделал идола. Лосит атмуна. Не сделал изображение. Аваля там амин бе Элоим, ше ихнастал то ли мизгерет. Но ты веришь в того Бога, в которого ты поставил как бы в пределы, в рамки. Везе ма ше коре бе ямим шелану эцель амона нашим. И вот это то, что происходит в наши дни у многих людей. Ата ло мекабель аль смах ктувим эт коля офи арахав шель Элоим. Ты не получаешь тот характер Бога на основании Писания, который должен быть. Который прощает и наказывает. Ты выбираешь что-то одно. И вот таким образом ты сделал себе идола. Ты его как бы сделал меньше. И вот это то, что происходит у верующих. Потому что ты не хочешь получить что-то, что против рацион шелха. Потому что не хочешь взять то, что против твоей воли. Келефамим Элоим омер леха машу месуям. Потому что Господь тебе говорит, что это одно. Ата омер ло, зе ло матим ли. Ты говоришь, нет, это мне не подходит. Ани оэвет маши ани осе. Я люблю то, что я делаю. Ани ло роце леватер аль зе. Я не хочу это оставить. Ламрот ше зе негед рацион Элоим. И хотя это против воли Божьей. Ата омер ло, ани амин бе Элоим казе, ше утов, ше марше ласот это. И вот ты говоришь, нет, я буду верить в того Бога, который мне разрешает это сделать, то, что я хочу. Азе штахвая лилим. Вот это вот поклонение идолам. Такшиво аль зе гамкин. И вот об этом подумайте. Бо намших лекро. Давайте продолжим читать. У омер ше у эль канай. Он говорит, что он Бог ревнитель. Ве омер ше у покед авон аль баним ше лесонай, лелю ше сонимоти. И вот он говорит, что я возмещу сынам сынов. Лелю ше ад шлошим ве аль ревеим лесонай. В третьем и четвертом роде, которые ненавидят меня. Кломар, коля анашим ше осим элиль, הולכים לרוחות, מנסים הדרכה לא מאלוהים, וקורא להם שהם שונאים אותי. И вот тех людей, которые делают идолов и поклоняются им, идут вслед за ними, они говорят, что их я накажу, их я ненавижу. Элоим אומר, они меня ненавидят. וקורא להם שהוא שונא אותם. Вот Господь их называет, что они меня не любят и ненавидят. מצד שני אומר, מי שאוהב אותי, אז אני עושה לו חסד. С другой стороны, Господь говорит, тот, который любит меня, то я ему даю милость. Не произноси именно Господа твоего напрасно. И мы иногда как бы не понимаем, что эта заповедь говорит нам. Иногда мы говорим, вот с Божьей помощью я сделаю это или это. Но я хочу, что мы дубар, бемет, когда мы калели Элоим. Но как мне кажется, что здесь говорится о том, что человек ругает Бога. Когда он восстает против Бога. והוא באמת מקלל את שם של אדוני. И вот тем самым он хулит имя Божие. אז אלוהים לא יסבול את זה. И Господь не будет это терпеть. ואומר שהוא באמת ייתן עונש על זה. И Господь говорит, что он за это накажет. Скорит יום השבת לקודשו. Помни день субботний, чтобы светить его.
Шесть ямим тавод, васита коль малахатха. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. Вот и кравот, кстати, это коля пасука за шаббат. А день седьмой суббота Господу Богу твоему. Не делай в он никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. И вот иногда мы говорим о субботе. Воины, так чеву по шаббат у них нас кехелик асерет адиброт. И вот здесь посмотрите, что субботний день, он входит в 10 заповедей. Омед по болта рама им альтерцах вальтештахавели лилим. Эта заповедь равна тому, что не убивай и не поклоняйся другим богам. И вот человека, который был, переходил эти заповеди, нарушал эти заповеди, его побивали камнями. За преступление этого закона была смерть. Так чего, ам Исраэль, кшекибель это митцвот аэлю? И вот послушайте, когда народ Израиля получил эти заповеди, и вот народ Израиля смотрел на другие народы и видели, как другие народы работали 7 дней. Неделю. И, возможно, даже сам народ Израиля, прежде чем как вышел он из Египта, он жил так же, как другие народы. Но Элохим омер, они икдаште та йома миухадаза, кидаште ото. Но Господь Бог говорит, вот этот седьмой день я отделил, я осветил его. И вот я хочу, моя заповедь так, чтобы вы отнеслись ему так же, как я отнесся. И вот продолжение, в книге Исход, в продолжении, как мы читаем, мы видим, какие заповеди относятся к дню субботнему. И перед этой главой, когда Господь давал манну и говорил, вот что можно делать в день субботнего. И вот в день субботы нельзя было выходить и собирать манну. Нельзя было зажигать огня. Нельзя было варить пищу. Он говорит им в 16-й, он говорит, и вот Господь говорит в 16 главе, что то, что делать, то, что нужно делать, делать в пятницу, перед субботой. Вы хотите варить пищу, варите сегодня в пищу. Суббота, день покоя. Не делай никакой работы в день субботний. Нельзя было переносить из места в место тяжелые вещи. Груз. И вот сегодня мы работаем каждый день, включая субботу, очень тяжело. И вот сегодня каждый день мы работаем тяжело. И вот ты не успеваешь в эти 6 дней сделать свои повседневные дела. И вот ты говоришь, у меня есть суббота. Вот в этот день я начну делать ремонт. Я могу сделать то, что не успел. У меня есть суббота. Это тот особенный день, в который я могу сделать то, что я не успел сделать в 6 дней. Это не то, что, друзья, это не то, что говорит Писание. Господь говорит, отдыхай в этот день, дай ему Господу, дай Господу этот день. Йом шаббат зе ло ля день, субботний день не для того, чтобы ты сделал те дела, которые ты не успел сделать. Это тот день, который ты можешь как бы посвятить своей семье и своей духовности. Здесь есть те, которые работают в день субботний? Или тот, который хочет работать 7 дней в неделю? Есть по каэлю? Здесь есть такие? Аф эхад ло руце. Никто не хочет. Авал ашламот бешаббат эйн бая. Но восполнить те вещи в субботу, нет проблем сделать это. Зера, хевре. Это зло. Сумер...
Тишморет йома шаббат лекодшо, лекадеш ото. И вот написано, соблюдай день субботний, чтобы святить его. Ки укара ле шаббат онег. Потому что Господь назвал субботой радостью. За йом бемет шель симха, шель таануг. Это день радости и удовлетворения. Вело йом шель аводот кашот. И не день тяжелой работы. Ишуа мар, ифшар ле асот бе шаббат тов ле анашим. И вот еще, Господь Иешуа говорит, что можно делать добро в субботу. Сделай добро человеку. Но не работай. Или это можно как-то совместить одно с другим. Просите у Бога мудрости и поймите это. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлить дни твои на земле. Лехьот арбезман. И вот если мы хотим жить много лет, омер кхабед авиха ветимеха. Написано, почитай отца и мать. Эх ласот эдзе бидюк. Как это правильно сделать? Лефамим улай мэцбэним утха. Иногда они тебя злят. Лефамим ата ло маским итам. Иногда ты с ними не согласен. Аз мазе они царих кен ласким, ло ласким мазе лехабедо там. И вот о чем это говорит, что это как согласиться с ними или нет, как почитать их. А им ата холь лиламеду там велиагид чем тоим. Если ты можешь их чему-то учить и сказать, вот они в чем-то ошибаются. Оша та царих лешток. Или ты должен молчать. Зе шейлот ло пшутот. Эти вопросы нелегкие. Авал эм меод меод актуалим лехаим шелану. Но они очень актуальны в наши дни. Кшата квар бенадам богер. Когда ты уже взрослый человек. Есть лиха яхасим им Элоим, есть лиха хохма ва драхами Элоим. У тебя есть отношения с Богом, у тебя есть направление, мудрость от Бога. Сталё хаяв ляским им коль давар маше аорим шелха хошвим. Ты не обязан соглашаться с каждым словом, который Бог, который родитель твой думает. Зе гам медубар аль анашим мевугарим ве гам аль цаэрим ютер. И это говорится о взрослых людях и о молодых также. Барур ше коли хады вхар это дерех мешело. И это понятно, что каждый человек выберет свой путь. Валькен кидай леха лахшов аль машем умрим. Ну да, тебе выгодно послушать. Ло, кидай леха кен лахшов аль машем умрим. Ну да, тебе важно то послушать то, что они, родители твои говорят. Яхоль ли очем цотким. И возможно они правы. Аваль им машем умрим мамаш сотер лектувим. Но если они говорят, то, что они говорят, это противоположно Писанию. А за та царих ля модель шелха. Тут важно стоять на своем. А има ты ахоль лягид ле Орим, чем тоим. И вопрос, можешь ли ты сказать родителям, что они ошибаются? Не хошев шекен. Я думаю, что да. Аваль бемет коль микре у легофо. Но каждый случай индивидуален. Вы бемет пашут тивакшу хохма эх литнаэнг им аорим шелану. И действительно попросите у Бога мудрости, как относиться с родителями. Ло тирцах. Не убей. Бемет, мецва меод меод брура. И это очень ясная заповедь. Иешуа амар, кшеанахну микалелим мишу. И Иешуа говорит, если мы кого-то ругаем, аз анахну киилу квар кероцхим, то мы уже считаемся убийцами. Анахну помим работ мистаклим аль аль тирцах вехошвим аль машу тамид физи. И мы, когда читаем эту заповедь «не убей», мы думаем о чем-то физическом. Авал лефамим има лашон шелха техоль ларог бенадам арбе ютер. Мимаши физи. Но иногда твоими устами ты можешь убить человека действительно физически. Ло, ютер хазак мимашер физи. А, и сильнее не... Своими устами можешь убить человека как бы духовно, да? Духовно, так... нежели физически. Аха бенадам мишу рацахото кавру ото зео. Человека, которого убили, его похоронили и все. Валифамим, кшата омер миля месоемет, заоресет коля хаим шель бенадам, ву совелет ахаима элю. Но иногда, когда ты говоришь тяжелое слово человеку, он это переносит тяжело, и за ним это идет каждый день, всю жизнь. Ве коля хаим у яхол лизболь мима ша асита, пам эхат бехаим вафилю лоха шафтальзе. И вот то, что ты сказал, это слово, которое, о чем ты не подумал, это может повредить ему всю жизнь. И вот это нести эту ношу, это намного тяжелее. И вот послушайте то, что я говорю. Подумайте о тех словах, которые вы говорите людям.
תחשבו עד כמה מהר אתם מגיבים כשמישהו עצבן אתכם. Подумайте о той реакции, которую вы производите, то что, как бы за те слова, которые вам сказали. Килифамим беглаш тацбани ата осе маасе. Потому что иногда от своей вспыльчивости ты делаешь такое дело. Ваз ахаре хамеш дакот, о ахаре шатайм, о ахаре йом ата омер, йоу, маасити. И вот через 5 минут, через 2 часа или через день ты говоришь, что же я наделал. Ахарках каше литакен это маасе шелха. И вот после этого тяжело уже исправить этот случай, действие, которое сделано. Зе кашур ле альтерцах. И это касается к заповеди «Не убей». Альтин аф. Не прелюбодействуй. А мицва азот икшура арбе памим хошвим шезе лехасим миниим. И вот, как многие думают, что это относится к заповеди, которая не прелюбодействует к физической части. Яхасим бейн баль вейша. Отношения между мужем и женой. А вот мы видим, не уф, о бгида, зе ле тамид машу физи. Но прелюбодеяние или измена – это не всегда физическое. אם אתם זוכרים חלק מהאנשים היו בסמינר לפני שנה, סמינר זוגות. И вот, если вы помните, был семинар. Семинар зугот לפני שנה. Для пар, год назад. ואז היה לנו שם באמת סמינר שלימדו על הזוגיות והכל. И вот там был семинар, действительно, который учили о взаимоотношениях. ואישה שלימדה את זה אמרה. Машу аль бгида, о аль ниуф. И вот женщина, которая учила там, она учила о прелюбодеянии или измене. И вот она сказала такую вещь, что измена она не всегда физическая. Потому что есть пункты о измене. Потому что измена это иногда бывает так, когда ты... זה בגידה אמוציונלית אפשר להגיד, או לא יודע, נפשית. Это может быть эмоциональной изменой, или душевной. זה כאילו אתה נגיד, לא יודע, רבת עם בעל שלך, או שנמאס לך ממנו, או להפך, מהאישה. Это может быть, когда ты поругался с женой или с мужем. ואז פתאום אתה מתחיל להעביר, להתכתב כל הזמן עם אישה אחרת. И ты начинаешь переписываться с другой женщиной или с мужчиной. או שאתה פשוט... Мы дабер ютер по телефон. Или это когда ты говоришь больше, чем надо по телефону. Зе ле роман. Это не роман. Аваль пашут ата мекабель зман ве цумит лев ве яхасим им мишу ахер. Зе гам некра бгида. Но ты берешь это время, которое принадлежит жене или мужу, и относишь его к другому человеку. Ата мекабель эзе шу сипук ми мишу ахер. И вот ты получаешь удовлетворение от другого человека. Зе гам сук шель бгида у не уф. Это тоже вид прелюбодеяния и измены. והגבול הזה הוא ממש דק. И вот эта вот граница, она очень тонка. לא תמיד אנחנו מתחילים בכלל שמים לב שפתאום השינוי הזה קורה. И очень часто мы не обращаем на то внимание, как вот это вот изменение, оно влияет. אני אספר לכם בדיחה לפני שתרדמו. Я расскажу вам шутку. זה כזה יומור שחור קצת. Это черный юмор. איש אחד... הזמין את החברים שלו ביום שישי לקבלת שבת. И вот один человек, כן, דתי אחד. Один человек верующий. Да, дати, видишь, дати. Ортодоксальный человек позвал к себе гостей вот на субботний день, на шабат. ולפני זה הוא קנה שעון ממש מזהב, ממש יפה, חדש. И вот он перед этим купил такие крутые часы золотые. ואז הוא יושב, מספר לכולם, מראה לכולם את השעון שלו. И вот он гостям сидит и показывает свои часы. ואז פתאום אחרי כמה ימים הוא אופ מסתכל נעלם לו שעון. И вот в один момент он видит, что часы у него исчезли. אז הוא מגיע לרב שואל אותו, תגיד, מה לעשות? הנה, הזמנתי את כל החברים שלי בשבת ולא יודע, מישהו גנב לי את השעון. И вот он приходит к равину и спрашивает, вот как я купил часы, и вот пригласил гостей, и вдруг у меня часы пропадают. Говорит, מה לעשות? איך אני אגלה מי עשה את זה? И он говорит, спрашивает равина, как, что мне с этим делать, как мне узнать того человека, кто взял их? אז הוא אומר, אל תדאג. תזמין את כולם בשבוע הבא גם כן לקבלת שבת. И он говорит, вот не переживай, сделай так же в следующую пятницу, позови гостей. ואז, בזמן שאחרי שאתם אכלתם, אתה תפתח את הכתובים ותפתח מקומות מעשרת הדיברות. И вот во время, когда вы кушаете, когда ты кушаешь, открой 10 заповедей.
ואז פתאום תתחיל כאילו לדבר על עשרת הדיברות. И вот начинаю говорить о десяти заповедях. ואז כשאתה תגיע למצווה, אל תגנוב, תסתכל לכולם ככה בעיניים, ואתה תבין מי גנב לך. И вот когда ты дойдешь до заповеди не воруй, посмотри вокруг и посмотри, что творится. כן, תסתכל לעיניים של אנשים, ואז אתה תגלה מי גנב. И посмотри в этот момент в глаза людей, в глаза гостей, и посмотри, что происходит. Посмотри, кто своровал это. Ахаре шавуа, умаге ле рав, ашаон бе маком, баячило, мапсут. И вот на следующей неделе он приходит к тому же раввину, и радостный, и вот часы у него на руках. Зрав омер, ну тисапер, агилита. И вот раввин говорит, спроси, расскажи, как ты узнал это? Зомер, ну асавти эт кулам, асити кмоша марта, патахти эт асерет адиброт. И вот он, этот говорит, рассказывает раввину, вот я сделал, как ты сказал, мы поели, открыли 10 заповедей. Итхальте ли кро, кше егате ли пасук, альтин аф, искарте эфу и шарте эта шаон. И вот, когда я пришел, мы пришли, дошли до заповеди, не прелюбодействуй, и вот тогда я узнал, где часы находятся. Не скарте. Я вспомнил, где часы находятся. Аз, шело икре эт зелану. И вот, чтобы это у нас не случилось. Такое. Ло тигнов. גם, המצווה מאוד ברורה, פעמים רבות, אנשים כשהם עובדים, נגיד, במפעל. Заповедь не воруй. Вот это можно отнести к тому, когда вот люди работают на заводах, в цехах. ואז יש לך פתאום הרבה דברים שם. И у тебя там есть много вещей. שפתאום יום אחד אתה צריך משהו בבית. Литакен. Вейни, оп, и вшар лакахат ми по. И вот когда-то, как вдруг, в один день тебе нужно дома что-то исправить, починить, и тебе что-то надо. А там из таких, думаю, ва, если по арон шалем шеля, лоэде, масмирот, и вот ты говоришь, скотч, лоэде, машу, ты говоришь, и тим. Ты говоришь, на месте твоей работе, вот ты говоришь, вот это нужно, там, скотч, или изолента, или отвертка. Веш по арон шалем, и вот здесь целый шкаф инструментов. Стомер тов, они ашили хад. Ты говоришь, вот я возьму один. Лонорама, кцат, я шлайм арбе. Ничего страшного не случилось, здесь много всего. Вебиклаль, вам они омерят зе, кипамим работ, аль миля гнева, анахну мамцеим дворим, кэлю меот калим. Они ишальти, они лакахти, лонора. И вот часто мы говорим, вот когда мы делаем такое дело, мы говорим, что такого случилось, если я взял одну вещь или... И мы начинаем что-то придумывать, оправдывать себя этим. Кило анахну ло корим ле гнева бемиля гнева. И мы не называем то воровство, само слово воровство, не называем это воровством, смягчаем это. Анахну умрим они лакахте и шальте. Мы говорим, я просто взял. Авал гам им ата локех машу ми авода шелха, зе гнева. Но если ты берешь также со своей работы что-то, это называется воровством. Ты ахоль гнов дворим. Ты можешь воровать вещи. Ты ахоль гнов зман. Ты можешь воровать время. Мата осеба авода шелха. Что ты делаешь во время работы своей? Яхоль йот шата миштамеш безман шенуад ле авода, ле дворим ахарим. Возможно, ты то время, которое нужно для работы, ты его прилагаешь к другому. ואז אני פשוט תשאלו את עצמכם, אם נגיד מנהל שלך היה באותו רגע מולך, האם זה היה בסדר לעשות ככה או לא בסדר? И вот ты говоришь, когда начальник твой на работе был с тобою, и ты говоришь, спрашиваешь, правильно ли я поступил или нет? האם יכולת לקחת דבר? האם יכולת אולי לעשות או להתעסק במה שאתה מתעסק מול המנהל שלך? И ты говоришь, правильно ли я поступил против своего начальника или нет? לא, לא בדיוק. התכוונתי, אם אתה רוצה להבין האם זה בסדר לעשות משהו או לא בסדר, תדמיין שמנהל שלך עומד לידך. И чтобы тебе понять, правильно ли ты сделал или нет, представь, что твой начальник стоит против тебя. ואז אתה תבין. И тогда ты поймешь, правильно ли ты поступил. כי אתה פתאום תרגיש איזושהי בושה и נעימות. Потому что ты почувствуешь какой-то стыд. יהיה לא נעים לעשות את מה שאתה עושה. Ты поймешь, что тебе неприятно это делать, то, что ты сделал. כי אנחנו באמת יכולים לגנוב. Мы действительно можем воровать. לא דברים שהם ממש רואים אותם. Не те вещи, которые нам видны. אז תקשיבו על זה. זה רעיון למחשבה. Подумайте об этом. Это информация для мысли. לא תענה ברעך את שקר.
Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Иногда человек, когда тебя разозлил, ты хочешь ему отомстить. Или ты хочешь чего-то достигнуть. И тогда ты можешь говорить о человеке что-то плохое. И это все относится к отношениям. אז אלוהים אומר, אתה צריך לכבד את הרעיך. И Господь говорит, что должен уважать своего ближнего. ולא להגיד, סתם משהו שלא קרה. И не говорить что-то пустое, то, что случилось. תהיה אמיתי. Будь действителен, правильно. דבר אמת. Говори правду. ואל תשקר סתם. И не ври, не обманывай. לא תחמוד בית רעיך, לא תחמוד אשת רעיך וכן הלאה. Не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. А мицва зот и кшура лорак двавар мааси. Эта заповедь не относится только к действию, действительно. За кашур гам ле махшавот шели. Это касается также и моих мыслей. Ма ани митахнен ле асот. Чего я думаю сделать? Кшепитом оп, маца хен бейнай машу, эцель. חבר שלי. Вот то, что правильно в моих глазах у друга моего. אני מאוד רוצה את זה. Я очень хочу этого. ואז החשק הזה גדל וגדל. И вот это вот желание, оно все растет и растет. ואז אתה מתחיל לתכנן צעדים. И вот ты думаешь, как бы продумаешь те пути, которые нужно сделать, те шаги. אז כל התכנון הזה זה כבר נקרא אווירה. Что-то усе тихнун за это квару верета мецва азот. И вот то, что ты продумаешь, это уже переходит эту заповедь. Лорак маасе отсмо, что лакахта мимену, или гам коля тихнун. Не только то само действие, которое ты взял у него, то, что ты взял у него, но сама мысль. А зубомету омер по лоа лиша такшов, лоа ла эвет шило, лоа ла бгадим шило, лоа ла байт шило. И вот здесь написано, не думай о его жене, о его вещах, то, что у него дома. Кина. Зависть. Вы знаете это слово зависть? Вот иногда ты хочешь достигнуть то, что достиг другой человек, быть как он. И вот эта зависть внутри, она растет у человека. И махнеса бетуха, бетухеха дварим раим. И вот она вносит в тебя злые вещи. Вегоремет лемаасим шлилиим. И вот понуждает тебя сделать те негативные действия. Аспашут тельмиду лишлот альзе. И вот получайтесь тому, чтобы властвовать над этим. Тельмиду лиацорет за базман. Контролировать это, остановить вовремя. Вело лакахат машу шело шаях леха. И не брать того, чего то, что тебе не принадлежит. Тов, аз ани безе не месаем, за кцат арохая. И вот на этом я хочу закончить. Это было немного дольше, чем... Я думал. אז בוא אנחנו נקום ונתפלל. Давайте мы встанем и помолимся. Аллилуйя, Аба, אנחנו מודים לך שאתה תמיד מכוון, מדריך אותנו. Отец наш небесный, мы благодарим тебя, что ты нас всегда направляешь. ואני מבקש שעשרת הדיברות האלו, כמו שאמרת, הם יהיו רשומים בתוך הלב שלנו. И вот, Господь, я прошу тебя, чтобы действительно эти 10 заповедей были написаны на наших сердцах. שלפעמים לפחות מדי פעם אנחנו נזכר במשמעות שלהם. Чтобы хотя бы иногда мы понимали их незначение. שאנחנו נזכר במשמעות. Чтобы вспоминали это значение их. ונוכל להשתנות בהתאם. И чтобы мы соответственно им смогли изменяться. אנחנו מודים שנתת לנו את רוח הקודש שמדריכה אותנו יום-יום. Мы благодарим Тебя, Господь, за Святого Духа, который Ты нам дал и который направляет нас изо дня в день. תעזור לנו לשמוע את קולו. Помоги нам, Господь, слышать голос Духа Твоего Святого, Отец. שלא נעשה לנו אלוהים משלנו. Чтобы мы не делали того Бога, который нам правилен, казалось бы. אלא שנוכל ללמוד עליך, להכיר אותך יותר. Но чтобы, Господь, мы могли учиться в Тебе, понимать Тебя и слышать Тебя, Господь. ושאהבה שלך תמלא אותנו, אבא. И пусть Господь твоя любовь наполнит наши сердца. בשם ישוע. Во имя ישוע, Господа нашего. Аминь. Аминь. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך.
Иса Адунай панав элеха, ваясем леха шалом. Шавуа тов лекулям, ва тию мувурахим.